Продолжая тему, в Бурятии в период празднования Пасхи беспорядков зафиксировано не было. Сегодня об этом заявили на традиционном брифинге МВД. Так, в минувшие выходные в Бурятии прошло более 150 праздничных богослужений, в которых приняло участие около 23 тысяч человек, в том числе в Улан-Удэ 12 тысяч. За порядком следили более 400 полицейских. В период проведения указанных мероприятий нарушений общественного порядка и общественной безопасности допущено не было. Вместе с тем, 21 апреля текущего года также у нас на территории Республики Бурятия пройдут день поминовения усопших, это родительский день. Всего в республике насчитывается 46 кладбищ, 9 из них в Улан-Удэ. Полиция ожидает, что в родительский день их посетят более 100 тысяч человек.